Нет, всем. Мы сейчас в... Короче, где мы? Мы в центре, на нас смотрят немцы, не понимают, что мы говорим. Мы купили сейчас еды, чтобы подкрепиться, и сейчас ходим по магазинам. Да, и сейчас... Ой, наши проходят, поэтому мы стесняемся. Все, мы не стесняемся и можем говорить. Сейчас мы хотим купить всяко много вещей, всяко много. Здесь какая-то стрёмная на видео, поэтому я не хочу снимать. Ладно, пока. Мы сейчас накупили... Ладно, я вещей, накупила... кто-то другой накупил. Те я платья, накупила себе... Я нашла. Да, накупила платье, которое нашла Лина. Купила себе чёрное платьечко, потом покажу. Купила себе чехол на iPhone и купила себе кроссовки, которые хотела, которые... Ну, блин, офигенные они офигенные. Мы зашли еще раз в H&M, в общем... Нет, мы в Любике. Лина грустная, потому что я купила платье, которое она хотела. Но не расстраивайся, Лина, потому что я купила еще дофига еды. Я вообще очень много купила. Но не расстраивайся, Лина, ты купила носки, Лин. Ну, я тоже купила носки, но это не важно. Мы сейчас идем Лине выбирать платье и рюкзак. Так что сейчас Лина не будет плакать и на меня обижаться, и как это не будет тоже. Я не обижаюсь. Я просто тебя не люблю. Она просто плачет, потому что... Это жизнь! Что делать, Лина? Беру и выбираю свою платье. Тебе нравится сегодняшний день? Очень. Ставь лайк, если тебе нравится сегодняшний день. С вами была Вета или просто... Просто одета. Вета. Просто одета, понимаете? С вами была Вета или просто одета. Ладно, до скорой встречи. Вот платьишко новое, я уже его одела. Так что пу-пу-пу, пока! После этого мы ходили по разным кафешкам. Вот, к примеру, Спрингфилд, где продаются пончики. Первый раз видела такую кафешку. Там мы очень круто посидели. Поели очень вкусных пончиков и просто влюбились в них с первого взгляда и не могли уйти из этого места. Ходили еще по разным магазинам всяким, покупали всякую ненужную еду, которую у нас нету в России. И еще я купила себе дофига одежды, как я сказала, и духи. Короче, so lucky. Как я уже говорила, основной целью нашей поездки было выступить с перформансом. И больше половины нашего свободного времени занимали репетиции всевозможные. Вот вы можете видеть наши маски. Очень странно, наверное, выглядит. Именно в эти дни, как начали проходить наши первые репетиции и выступления, в Любике было открытие гандейских дней. Было очень много людей, очень много веселья и очень-очень жарко было на улицах. За это время мы успели очень хорошо со всеми сдружиться. Гопи, всем привет! Это Вилка! Вилка это! Подписывайтесь, ставьте лайки! А, кстати, на замке дома, в котором мы жили, была вот такая вот надпись «Вилка». Совпадение? Мы гуляем по ночному Любику. Сейчас где-то 10. Вот это тот магазин, который говорил в Борис. Окей, окей, кис. Сегодня первый день открытия праздника гандейского. Мы сейчас идем, направляемся в Мак. Я вижу Мак. Мы идем в Мак, чтобы выложить фотки, там что-то покушать. Я не знаю, ты будешь кушать? Я хочу попить колу. Я очень. Тоже хочу. I want drink cola. And I speak with camera. А я не хочу больше говорить по-английски. Она не хочет говорить по-английски, потому что там типа наговорилась, такая типа англичанка. Хотя я говорю. Блин, что тебе перевожу, немецкий не понимаешь? Я все понимаю, просто мне лень просто иногда бывает. Ну, Лина какая-то странная. Mm-hmm. Да? Ага. Мы сегодня... Очень много прорепетировали, и сейчас ходим гуляем. Мы решили до 11 прогулять где-то. И вот в этот день мы гуляли просто допоздна. Знаете, не рассказать все в одном видео, все, что случилось с нами в Германии, это было просто невероятно. Потому что там есть сладкая вата. Гоу за сладкой ватой.
Привет, это просто Боря или просто Боря, он сумасшедший. Он говорит на китайском языке. Как я сказала, в одном видео все не покажешь, поэтому показываю только самые яркие события поездки в Германию. А это те самые моменты, когда мы праздновали дебюты наших представлений и перформансов в Германии, кушали всякую вкусную вкусняшку. В предпоследний день наша семья купила нам билеты на перформанс на лодке. То есть мы ехали на лодке, и вокруг нас происходили всякие разные спектакли. Ну, действительно, это просто не описать словами. Это первый перформанс, мы едем на лодке. Последний день прошел тоже замечательно, мы гуляли, нам сделали подарки наша семья, сейчас вы все увидите сами. У мистера Мормона, который нас принимал в дом, был свой собственный магазин, в котором он делал ремни и продавал же их сам. Он предложил нам сделать такой маленький подарочек, ну, не маленький для нас, сделать свои собственные ремни по заказам и по своим меркам. Мы были просто нереально счастливы, потому что это все бесплатно, кожаные ремни, мы были очень рады и благодарны тому, что есть такие люди добрые, которые делают все безвозмездно. Приветик, сейчас последний день в Германии наш. Мы идем счастливы, потому что нам наш приемный отец, наш хозяин сделал нам вот такие вот клевые. Ладно, это было стрёмно. Я покажу вам потом. Нам сделал клевые эти... Ремни. Ремни, бесплатно, потому что он делает ремни. Он прям на нас их делал, то есть он все измерял, смерял мерки. Вообще круто! А сейчас мы просто гуляем, потому что сегодня последний день, когда мы можем просто так свободно почувствовать себя фридом. Наверное, это все, что я смогла вам показать. Хотя это не все, что я бы хотела вам показать. Ну и я думаю, это к лучшему. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Вы поставите пальчик вверх, подпишитесь на мой канал. И обязательно не забывайте оставлять комментарии внизу, понравилась ли вам моя поездка или нет. Я вас всех очень сильно люблю. Пока! А, не-не-не-не-не-не-не. Посмотрите напоследок позитивного видео и зарядитесь позитивом. А уже потом пока. Ясно на забой! Наташка на сеновале. У меня есть iPhone 5, Ой, Полин! А у меня 4-й просто! У меня тоже 5-й! О, да, ну, а теперь точно пока!